Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Парусной мастерской, где я, старый боцман, провожу почти все время, висит на стене старая волшебная карта. Стоит шагнуть за нее, и окажешься на берегу любого океана, в любой эпохе. Путешествую я не один. Со мной ученики Академии парусного спорта, построенные для питерских ребят «Газпромом», Витя и Света. В прошлый раз мы посетили греческий архипелаг. Вместе с греками отразили атаку турецкого военного корабля и даже сумели потопить его. А здорово Витя тогда придумал пустить на турецкий военный корабль «Брандер» — судно, начиненное бочками с порохом. Османскую посудину в щепки разнесло, прям как подводной миной. Подводные мины появятся только в середине следующего 19 века. Такие мины системы русского академика Якоби не дали английскому флоту пройти к Петербургу во время Крымской войны. А еще их ставили на Дунае, это река такая, в 1877 году. Тогда Российская империя вступилась за болгар, их угнетали турки. Русская армия, наступая на османов, подошла к Дунаю и начала наводить переправы. Вот бы посмотреть! А давайте отправимся туда и посмотрим, как все было. Можно, только захватим надувную моторку. На реке она нам пригодится. Есть, капитан! Идем за карту. А мы уже на берегу Дуная? Судя по расположению звезд, да. Видите зарево? Это огонь русских батарей. Наши войска переправляются через реку по понтонным мостам. Наши батареи прикрывают их. Потащили лодку к воде. Надо подойти поближе. Вот так. Давай еще, еще. Хорошо, что сейчас ночь. Мы в камышах. Да и лодка черная. Нас трудно заметить. Забирайтесь в лодку, Витя. Заводи мотор и малым ходом вперед. Ой! А что там тарахтит посередине реки? Какая-то баржа. Нет, это не баржа. Ну-ка, пригнитесь. Витя, правь ближе к берегу. Это в нас стреляют? Нет, вроде не в нас. Салажата, эта баржа на самом деле турецкий речной монитор. Какой же это монитор? Мониторы компьютеры подключают. В морской терминологии, Света, мониторы — это боевые корабли. Они широкие, с плоским днищем, чтобы можно было пройти по мелководью и по реке. Русские пушки несколько раз попали в турецкий монитор, но ему ничего не делается. Стреляют легкие полевые батареи, а у турецких судов толстая броня и тяжелое орудие. Если дальше так пойдет, турки могут разбить батареи и разрушить переправу. А много у турок таких мониторов? На Дунае два и еще несколько на Черном море. А у наших? После Крымской войны России запретили иметь на Черном море военный флот. Там только несколько вооруженных пароходов. Турки разбили снарядами понтонный мост. Что же делать? Вижу впереди какое-то судно. Эй, на лодке, а ну отзовись, кто такие, а то будем стрелять. Мы свои, русские. Раз свои, прочь с дороги, не видите, здесь военное судно. А кто вы? Лейтенант флота российского Федор Дубасов. Командую минным катером «Царевич». Прошу принять в сторону, вы нам мешаете. К
Конечно, лейтенант. Витя, поворачивай. А вон еще один катер, и еще. А что это за палки у них на носу? На них еще какие-то бочонки? Погоди, Света. Витя, заводи мотор и за катерами. Есть, капитан. На носу у них, Света, не просто палки. Смотрите внимательно, салажата. Сейчас вы увидите что-то интересное. Мы пойдем по меридианам и параллелям поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.